Оценку происходящему на Украине сегодня дали участники круглого стола в Москве, где обсуждали, чем обернулся госпереворот, произошедший 2 года назад в этом государстве. Особое внимание обратили на то, что эти события поставили Украину на грань катастрофы – демографической, социальной, экономической. Как было отмечено, сейчас в стране на полную мощность практически не работает ни один крупный завод. Остановились промышленные гиганты. Речь шла и о перспективах выхода из кризиса. Украину надо спасать. Ну, некоторые считают, что не надо спасать, потому что она вроде в нормальном состоянии, все хорошо, все окей. Если считать нормальным пенсию примерно 40 евро в месяц, так называемая программа развития Украины, которая реализует этот режим, привела к тому, что Украина откатилась лет на 20 назад. А много ли в мире стран с таким населением и с таким крайне низким валовым внутренним продуктом? Численность населения Украины сократилась за последние 2 года, вдумайтесь в эту цифру, жуткую. При мне это было 45,6 миллиона человек, сейчас меньше 40 миллионов человек. Реально ни одно обещание, которое они брали там на Майдане, они не реализовали. Сделали все наоборот. Все абсолютно наоборот. Поэтому вопрос, вероятно, самый главный – это не критики этой власти, это, по сути, преступный режим, а вопрос самый главный – что делать, как выйти из ситуации.